из дальних миров попала не в те руки. Ее нашел генерал и сразу демона призвал. Где эта книга была? Спросили бы другие, но только этот генерал тайное место знал. Он взял ту книгу и солдата он с собой забрал. И начертить огромный знак солдату приказал. Тогда принес он в жертву жизнь простого танка. И заклинанием из книги он открыл врата. Это Левиафана призвали, такой силы танки не видали. Это Левиафана боятся, от выстрела может башня взорваться. Это Левиафан, он опасен, разберет всех врагов на части. Это Левиафан, он коварен, его броня век не только из стали. Он хитер и силен, он магией владеет. Его пытались убить, но никто не смог остановить. Поработил своего брата и родного он отца. Победил в его же замке и забрал корону сам. Он бесстрашный и бездушный, армия его сильна. И теперь ты знаешь, это самый злобный танк. Это Левиафана призвали, такой силы танки не видали. Это Левиафана боятся, от выстрела может башня взорваться. Это Левиафан, он опасен, разберет всех врагов на части. Это Левиафан, он коварен, его броня век не только из стали. Это самый злобный танк. Это самый злобный танк. Это самый злобный танк. Это самый злобный. Это Левиафана призвали, такой силы танки не видали. Это Левиафана боятся, от выстрела может башня взорваться. Это Левиафан, он опасен, разберет всех врагов на части. Это Левиафан, он коварен, его броня век не только из стали. Подними
против приспешников Левиафана, и броня, та, которую ему приварили, держалась до конца. Он может дать залп из всех орудий, это правда. У КВ-44М стоит по пушке на каждого врага. Пушка за пушкой еще одна. Горы железа в советский танк, щиты опадили, еще броня. КВ-44М не страшен враг. Пушка за пушкой еще одна. Горы железа в советский танк, щиты опадили, еще броня. КВ-44М не страшен враг. Частей.